Знание иностранных языков – не только необходимое условие для карьерного роста, но и возможность самосовершенствования и организации досуга. Валодо Мацейбас Центрс – один из самых старейших языковых центров Латвии. На торжественной церемонии его открытия присутствовал его высочество принц Чарльз, который в 1995 году находился в Латвии с кратким визитом. С тех пор уже более 16 лет здесь успешно обучают иностранным языкам по индивидуальным и групповым программам. У каждого желающего есть также возможность добиться полного совершенства во владении латышским и русским языками. В основном языки, которым мы здесь обучаем, которые преподаются, это все языки, которые являются, скажем так, востребованными на нашем рынке. Но в основном это взрослая аудитория. И зачастую это связано также с профессиональными навыками. То есть языки, скажем, касающиеся медицины, в области медицины или области технических наук или экономических. Гордость языкового центра – его преподаватели. Богатый опыт сотрудников и творческий подход к процессу обучения делает его увлекательным и продуктивным. Многие выпускники центра поступают на лингвистические специальности в высшие учебные заведения Латвии, а также успешно обучаются в лучших институтах Европы. Валодо Мацейбас Центрс предоставляет уникальную возможность начать посещение курсов с бесплатного пробного занятия. Это поможет определиться с выбором программы, а также больше узнать о методах обучения. Мы используем международные сертифицированные программы, которые были успешно зарекомендованы в свое время. Но равно с этим мы еще используем и авторские наработки, которые нацелены именно на местный рынок, нацелены на местных людей с местным менталитетом. Доступность материала и современный стиль обучения делают курсы в языковом центре популярными и эффективными. Экс-президент Латвии Гунтис Ульманис также по достоинству оценил высокий профессионализм преподавателей центра, повысив здесь уровень своих языковых знаний.